Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня следующий тест, следующая попытка пройти за пределы на сложном режиме. Я что-то провтыкал, что у нас сегодня последний день с двух, и мы попробуем сегодня с вами опять повторно зафармить. Будет ли это стабильность или нет, мы сейчас узнаем, но... В прошлый раз реально было сложно. Такс. Главное никого не пропустить. Тех, кого я хотел бы взять. Так, Космич. Однозначно. Смысла Фрэнкин, в принципе, никакого нет. Роза тоже там нам особо не помогает. Так, Ларджей взяли, Фоба. Возьмем вот так вот. Так, а вторая пачка. Неудивительно, IGG, как обычно. С первой же пачки, ребят. С первой же у нас сразу же попадается зефир. Ну, это нормально, на мои силы. Я, в принципе, к этому уже привык. Культиста взяли, а то я что-то думал, культиста не взял. Попробуем такой вариант. Ну, конечно, естественно, я пойду не через них, потому что там и оккультист, там и прочее. Вот такая пачка, которую реально будет сложно слить. Так, я собираю на у себя все на атаку, на максимальную атаку стараюсь собирать для того, чтобы по максимуму дамажить. Атака плюс точность, так, вроде пока нормально, терпимо. Точнее, даже атака плюс крит для максимального дамага сразу. Пока 200, в принципе, это не страшно. Так, кто-то у нас уже слился, что ли? Вроде все живы. Или все-таки да, кто-то уже слился. Или нет? Вот это мы там так долбим. А, Фрейя. В принципе, сейчас Фрейи должны проходиться. Я надеюсь... Все живы, все хорошо. А вот сейчас слился, по-моему, Бубич или его Фрейя слила. Ох, Ник слился. Посмотрите, как чудесно сливаются герои. Охренеть. Ну, пока есть возможность, можно пользоваться так, потому что не факт, что нам этой крови хватит, чтобы пройти. Я уже показывал, минимум 3-4 надо запас. То есть вариант возвращаться на предыдущие две локации. Соответственно, вы так просто, кто хочет зафармить Мэри, не сможете. Либо готовьтесь карты растратить. И то вам может не хватить 1800 самоцветов. Так, убираем отсюда Бугича. Так. У нас смотра и нету, зато мы сейчас должны по бырику их развалить. Если, конечно же, повезет. Сразу же получили молчанку. Ну, видите, в таком случае хотя бы Фрейя улетает сразу. Это радует. Но все равно мы... Огник топовый просто улетел. Каким образом, непонятно. Это нормальное явление. Чему тут удивляться уже? Блин, я офигею. Такое ощущение, что оккультист с ворожаем просто не спасает.
Блин, вот мне нравится. Надо теперь смотреть внимательно, где нету Ронина. Потому что если остальных я еще хоть как-то могу убить, с Ронином такой вариант не прокатит. Вот смотрите. Просто изи. Изи тащим первый этаж. Ну, по одному осколку Мэри это месяц получается. Чем у нас 6 осколков будет? Нормально. Так, что-то одни единички выскакивают. Может здесь хоть, ну здесь оккультист. Стопа. Это еще не факт, что мы пройдем так просто. Не, нормально вроде. Вроде первый этаж тащится еще более-менее терпимо. Но опять же, посмотрите, мой оккультист слился, космос слился. Каким образом? Вот объясните мне. Топовый оккультист, и он сливается просто налегке. Что за фигня? Уже вот реально запарила эта хрень. Пипец какой-то. Вот как он сливается так? Я в шоке. Так, надо как-то пробираться наверх. Землеройка минуснулся, отлично. Что может быть лучше? Хорошо, хоть Мэри еще жива. Так, закинем пока бардика, будем двигаться наверх. Там реснем, может хоть повезет. И реснут нам все-таки этого культиста. Но это не точно. Блин, вот реально. Без Мэри тут хрен справишься с Фрей. Кого у нас опять слили? Все живы. Ух, пронесло. Вот это реально пронесло. Я не посмотрел, что там был Ронин. Жесть. Реально можно так нарваться. Отлично. Это чувство, когда оккультиста и Ронина боишься больше, чем донатных героев. Так, однозначно мы будем идти сейчас по центру. Потому что я хочу попробовать еще резнуть. Блин, где отхил? Что за фигня? Пипец, какие-то реальные инвалиды. Но я надеюсь. Я надеюсь вырезнуть того, кого надо. Да, отлично. Савчики. Просто изи, что-то как-то вообще налегке. Разобрали. Ну, второй этаж, как видите, блин, ну, тоже просто прошелся. Так, суки, забираем следующий чест. Поехали. Поехали на самое интересное. Какого хрена я тут напал? Я задаю себе этот вопрос. Какого хрена я тут напал? Не, ну не дебила. Вот чё я туда полез, чё я поспешил? Жесть. Хорошо, хоть у нас оккультист сейчас восстановится. Но это просто пипец.
блядь, вот напал. Но не придурок, а. Посмотрите, что они делают с моими героями. Да это просто писец. Это просто унижение. Охренеть. Просто разобрали как детей. Я в шоке. Попробуем сейчас космичем первыми ударить. Но там Мэри. Так, отлично, Мэри разобрали, значит все будет гуд. Я должен затащить. Это просто писец, ребят. Мало того, что я не встретил эту, я встретил Мэри, которая просто стычки нафиг выносит всю переднюю линию. Супер. А теперь у нас мега длинный. Или все-таки может затащим. Наверное, со второй попытки или с третьей должны. Не, наших шатают. Куда там? Наших шатают. Я офигею. Нормальный отхил, кстати. Мне нравится. Не, красавчики вроде добивают. Офигеть, он еще раз резнулся. Да вы что, издеваете, что ли? Пиздец. Скажите, как вот эту хрень проходить? Там по 2 ляма отхилы. Это нормально, это еще терпимо. Самое главное, что мы хотя бы первую пачку расшатали всех. Отлично. Оккультиста слили. Вау. Смотрите, у меня что осталось героя. Это просто пипец. Да, ребята. Конечно, мы красавчики с вами. Нету смотра, ну и насрать. Так, еще один оккультист, этого я не переживу. Ну, все живы, вроде нормально. Так, у нас тут только седой вариант. Так, Фоба, оккультист, я охренение. Ой, отлично, вот такие вот пачки должны быть. Вот так вот должны быть здесь пачки расставлены. Когда ты заходишь и сразу нагибаешь, неважно, какие у тебя герои. Блин, понаставляли тут зефиров и прочей хрени. Одна пачка лучше другой. Ну, наверное, я даже не знаю, через какую идти. Землеройка. Не, наверное, лучше через эту. Насрать, что там оккультист. Отлично. Не прогадал, по крайней мере. Хоть у меня часть слилась. Пофиг, все равно будем резать, но хоть не прогадал. Тут у нас единственный вариант. Ай-яй-яй, Мэри улетела. Ну что, сейчас будем все равно всех резать. Да, ребятушки, вот вам хорошая локация для фарма. Это при том, что у меня сейчас не выставлены там супер питомцы и прочее, поэтому, возможно, мы таки сливаемся. Потому что я на пофигах пошел. Посмотрим сейчас, откуда мы сможем зайти. Понятно, что Фрейю мы тут не ушатаем. Нифига себе, они дамажат. Жесть просто. Лям 800, лям 200 отхил. Ну а чё? В итоге мы никого не убили. Супер. Просто супер, IGG. Так, ну окей. Выставляем обратно наших всех любимых героев.
напитка номер два. Все равно, блин, кого-то с моих шатает очень сильно. Нормально. Отлично. Да ну нафиг, кого-то с моих ушатали. Ну вы издеваетесь, что ли? Блин, жесть какая-то творится. Просто дичь. Если они сейчас ее не убьют, то придется резать Мэри. Посмотрим. Не видно ее хп. В принципе, здесь у нас на героях недомогание в большинстве случаев. И они ее походу не убьют. Делаем перезаходик. Так, попробуем, давайте уберем, ставим вот этого товарища. Он хоть их сразу всех накроет и частично посливает. Вот видите, осталась Мэри. Давай, Мэри, тащи. Отлично. Просто налегке. Кого-то резнем. Есть нам там кого резать, я не знаю. Так, ну что, оккультиста нет. Этого нет, в принципе, должны затащить. По идее. Это не точно, ребят. Самое главное, чтобы у нас Мэри не слилась. Да, без проблем, вроде тащим. Вроде пока что тащим. Ну, попроще, чем в прошлый раз, предыдущий. Так, тихо, мы еще не убили всех. Отлично. Итого, что у нас получилось по атаке, блин, не успел посмотреть. Ну да ладно. Получаем плюхи, смотрим, что у нас, сколько чего осталось. Три сундучка. Вот три сундучка, это плюс три. Считайте, мы сколько, один раз восстановились. Или два, или один. Я не помню, где там, это уже кровь. Кстати, гоблинов, демонов. Две. В принципе, удачно в этот раз зашли. Пишите в комменты, кто как зашел. Всем удачи, всем пока.